20 августа в дежурную службу Тувинского поисково-спасательного отряда поступил звонок от жительницы города Кызыла. Она сообщила, что ее родственница с двумя подругами отправилась за грибами и не вернулись. После поисково-спасательных работ женщин нашли. Перед отправкой за дарами природы нужно тщательно подготовиться, говорят спасатели. И, конечно же, самая необходимая вещь, которую должны взять с собой любители грибов и ягод, это спички и мобильный телефон. А также при себе иметь огонь, зажигалочку, спичку, чтобы развести костер, если вы остаетесь ночевать. И ножик, такой маленький ножик, чтобы тоже достать там дров или чуть-чуть ягоды срезать, желательно с пилой. В данном случае у меня такая вот пила, очень удобная. Взять с собой немного еды, воды, чтобы при ходьбе человек быстро устает в тайге, попить, можно было отдохнуть, сил набраться. Очень рекомендуется с собой брать аптечку. В большинстве случаев четверо из пяти заблудившихся все-таки выходят из леса сами. Однако поисковики рекомендуют оставаться на месте. Сохранить силы помогут знакомые орехи и ягоды, а также маленькие хитрости. Например, для сбора воды спасатели рекомендуют расстелить тент и положить на него камень. Утром на нем соберется роса. Если вы все-таки остаетесь в тайге ночевать, то лучше всего найти дерево, которое достаточно большое и которое имеет много ветвей. Это служит для того, чтобы во время дождя вы не обмокли. И вообще обычно место под деревом оно достаточно сухое. То есть пригодится, можно там поспать, полечь, посидеть. В данном случае у нас такое дерево, ветвей много. И вот это вот под деревом земля достаточно сухая. Большинство грибников пренебрегают правилами безопасности, одеваются в одежду темных цветов и забывают зарядить мобильные телефоны. Хотя даже при отрицательном балансе и без сим-карты с помощью мобильника можно дозвониться до экстренных служб. И чтобы сообщить спасателям более точные координаты своего местонахождения, для начала нужно определить, где север. Для этого нужно установить в солнечном месте или на поляне метровую палку и по его тени определить стороны света. Тень определенной длины отмерим. Вот, допустим, палочка у меня вот такая. Теперь через 15 минут нужно подождать, когда тень перейдет в другое место. И определяем, допустим, такой же длины отрезок отчерчиваем. Потом соединяем точки этих отрезков прямой линии. Меняем. Можно палочку положить. Это север. За один только месяц в республике потеряли 7 любителей дикоросов, 5 из которых были спасены поисково-спасательной службой региона, 3 вышли сами. Спасатели рекомендуют надевать яркую одежду, захватить в лес нож, спички и необходимые медикаменты. Если уж заблудились, не поддаваться панике, постараться трезво оценить ситуацию и свое примерное местоположение. Чинчиса Мугай, РСХ Хавалы, телекомпания «Новый век».